Scott. Достойно создан в этом мире с целью и миссией, которую нужно выполнить. Мне было суждено расти и потреблять, я не понимала, кто я такая. И почему я должна это делать? Но я это сделала. У меня был только один план на уме. И это было единственное, что я поставила перед собой цель сделать. Уничтожить и поглотить все звезды. Я уничтожила их и разделяю их отдельно каждой из ее частей и потребляла каждую крошечную энергию. Но для чего того, что я достигла той точки, на которой я нахожусь сейчас? Ну и мне нужно было освободить от этого мира, полного миража. Поставил меня на свой пьедестал, то что за барьерами, тучи имя запрещено, заглот. Он показал мне свои шаги, приказал мне следовать им, и он показал мне, как играть в бога. Он поделился со мной частью себя, он отдал мне половину своего восприятия. С такой силой я начал продолжать поглощать галактику. Свое место в реальности. Почему ты тоже не можешь? Ты выпустила нас, а тебе я тебя выпущу. Пришло время выйти из этого лжевого призрака и посмотреть в правду в глаза. Это конец.